На этих дорогих приборах ученые разрабатывают новейшие методы лечения и диагностики рака у человека, используя геномную и регенеративную медицину. И не где-нибудь за рубежом или в далеком будущем, а прямо здесь, во Владивостоке, на базе школы биомедицины Дальневосточного федерального университета. Центру всего несколько месяцев, но его руководство уже заявляет о больших планах и с удовольствием рассказывает о своем техническом оснащении. У нас есть 11 научных лабораторий, мы обучаем студентов по различным направлениям подготовки, но все они связаны так или иначе с медициной. Мы стимулируем, чтобы студенты активно могли иметь возможность работать в наших научных проектах, и привлекаем ученых и исследователей со всего мира, которые должны развивать наши научные направления. Прямо сейчас ученые занимаются исследованием биоразнообразия региона, включая морские организмы. Цель – сформировать своеобразный каталог веществ и молекул, чтобы облегчить в будущем создание и, что гораздо важнее, внедрение новых лекарств. Образцы организмов складывают в специальный холодильник и хранят при экстремально низких температурах. Специалисты центра в шутку называют его биомолекулярным банком. По признанию самих специалистов, юмор здесь сугубо профессиональный и весьма специфический. Что многие из них содержат в себе молекулы, которые в будущем могут излечивать миллионы жизней. И мы думаем, что во многих организмах есть больше, чем одно потенциальное лекарство. А огромная проблема на планете состоит в том, что виды исчезают с неимоверной скоростью. В распоряжении Центра регенеративной медицины не только холодильники. Вся эта комната, к примеру, один большой и суперсовременный электронный микроскоп. На нем лаборанты в реальном времени могут наблюдать за ростом клеток. На экране раковые клетки, взятые прямо из мозга больного, а точнее из опухолевого очага. Мы берем ее часть для того, чтобы адаптировать опухолевые клетки для роста в лабораторных условиях. В дальнейшем с этими клетками можно проводить различные эксперименты, в частности, тестировать какие-то новые лекарственные препараты, смотреть, насколько эти клетки чувствительны к тем или иным химическим и лекарственным агентам, и, соответственно, делать какие-то выводы и рекомендации. В ближайшем будущем ученые школы биомедицины ДВФУ изучат действия собираемых для молекулярного банка экстрактов живых организмов на раковые клетки человека. В центре внимания все те же клетки мозга. Для России подобные эксперименты – своеобразный научный дебют, но эксперты и руководители центра уверены – главные результаты еще впереди. Евгений Черемухин, Василий Косилов, Новости на Восьмом.